Всем привет, с вами Алина, мои честные обзоры на мои же покупочки и просто моя жизнь. Да, как вы догадались, я уже на даче. Сегодня 23 мая, 8 часов вечера. Мне подружка привезла, она моя же соседка по даче. Вот я привезла, вчера снимала, помните, ролик с нашего любимого фикс прайса. Вот эти камешки, которые я говорила вам. Вот такая мыльница у меня. Вот, видите, черепахи. Сейчас я все разложу. Мы с вами пойдем на улицу. Во-первых, у меня очень много дел. Ну, вот так, смотрите. Я потом вблизи покажу. Много дел. Во-первых, надо полить огород. Сушь, у нас жара. Замечательно. Первый раз я не буду топить печку. Это так здорово. Полю огород. Во-первых, разведу зеленое удобрение, которое я сделала недели, наверное, две назад. И удобрю. Остаемся вместе со мной, кому это интересно. Все, идем на огород и покажу, что же у меня там растет. Ну, вот такая черепашка. Она у меня поселится на столике. Дальше органайзер. Я уже даже водные диски, палочки. Большой такой. Ну, сейчас мы с вами вместе установим наш, мой мухомор. И вот на клубничку от птиц. Все, идем на огород. Ну вот поставила. Ну не знаю, она что-то не крутится. Как-то. Ну посмотрим. В прошлое воскресенье я уже не снимала, очень было устала. Я установила заборчик вдоль вот клубники и земляники. У меня здесь все время стоит. И вы узнаете муравьишек. Тоже с нашего любимого фикс прайса. Ну, пока они у меня здесь поселились. Вот. Муж в воскресенье. Вот здесь у меня был куст. Вы сейчас увидите. Здесь такая большая была. Вот видите, такая клумба большая. Я решила ее ликвидировать. Все, чтобы не было. Ну вот теперь смотрите, куста нет, как будто бы его и не было. Здесь я травку посею. И клумба у меня вот будет заканчиваться вот этим цветочком. Все, больше все будет трава. Да, трава зашла у меня. Вот под целлофаном зашла. Надо уже убирать. Все хорошо, прекрасно. И там, где зона у нас отдыха. Сейчас покажу. Ну вот даже издалека видно, что уже не земля, а травка. Прекрасно. Сегодня тоже ее полью. Все, красота. Ну сейчас мухомор поставлю. Ну вот вам подарунок. Любуйтесь. Здесь солнышко попадает, он будет заряжаться, а ночью вечером светится. Потом попробую заснять. Ну а сейчас буду разводить зеленое удобрение. Пока соседей нет, потому что идет, конечно, невыносимая вонь, но зато она очень-очень полезная. Сейчас его перелью. У меня есть такой дуршлаг ненужный. Пока я буду поливать огород. Водичка сольется. Вот. Жмых я не выбрасываю в компостную. Я кидаю в малину. Вот так. Ну а сейчас буду поливать огород. Сейчас все мухи слетятся на мой участок. Уже начали летать. Да, запашок. Ну, зато бесплатное удобрение.
Ну все, полила. Вы знаете, что надо на увлажненную почву удобрение. И сейчас мы вместе со мной буду разводить удобрение. Теперь надо достать вот этот жмых. Ой, одной рукой, конечно, тяжеловато. Ну вот, получилось пол ведра зеленого удобрения. Ну, этот жмых я сейчас в малину кину. Это хорошо, что вечером, утром ничего не будет пахнуть. Вот. Ой, ладно, руками. Все. Малинка потом меня отблагодарит. У меня ремонтантная. Ой, испачкалась. И она мне дает 2 раза в год урожай. Летом и до самых заморозков. Мы сейчас будем разводить удобрения. Только ручки помой. Итак, на 10-литровую лейку воды я уже набрала ее. Я беру вот ковшик, ну где-то 1-1,5 литра. Наливаю. Обязательно надо перемешать любая палочка. И поливаем. Поливать буду все. Огурчики, салатик, лучок. Все, что у меня растет в теплице. И на огороде, на улице то же самое. Огурчики очень любят. И помидорчики, томаты. Очень любят вот такое удобрение. Я химию не применяю на своем огороде. Да, сейчас покажу, что у меня выросло за неделю в теплице. Ну, даже меньше, чем за неделю, потому что мы в воскресенье уезжали. Ну вот, огурчики подросли, салатик тоже. Появились новые огурчики, я подсаживала. С этой стороны эти томаты у меня такие были не очень-то. Ну, окрепли немножко. Немножко. А вот с другой стороны у меня крепкие я сажала. Такие хорошие. Вот они прекрасно чувствуют. Вот видите, уже все не болеет. Уже цвет листа насыщенный, зеленый. А здесь, видите, болел. Вот. Редисочка подросла. Ну, сейчас вот это все полью. И буду на огороде уже тоже удобрять. Покажу уже, что у меня на улице. Теплицу я пролила. И вы знаете, я заметила на томатах уже бутоны. Не хочет как-то. Представляете, как здорово. Так что скоро будут помидорчики. А еще заметила, я вот прошлую пятницу сажала вместе с вами фасоль. Смотрите, она начала набухать. Я ее сейчас пролила. Вот видите, что значит вот подтепление, и все идет в рост. Вот опять это сныть, опять надо рвать ее. Она мне за забором, мне тяжело. Ну, а теперь пролью зеленым удобрением обязательно чеснок, потому что он начал у меня желтеть, и лук. Засоряется, конечно, от этого удобрения. Ну, ничего страшного. Ну вот последняя леечка. И все. Остается мне полить травку новенькую. И на сегодня все дела закончены. Слушайте, комары просто звери. Мухи, комары. Мухи, понятное дело.
Ну вот, травку полила, пускай растет. Практически все дела я сделала. Комок кусается, ой-ой-ой. Вы практически меня уже съели. Спасибо, что побывали со мной сегодня на даче. Спасибо вам большое за ваши лайки, за ваши комментарии. Не забываем, конечно же, подписываться. И опять же таки, ставить лайки, пишите обязательно. Тогда продвигается видео, как-то больше меня тогда могут видеть. Слушайте, кусается, кусается. Вот, завтра будет следующий день. Ну, пойду домой, попытаюсь смонтировать вот, что я сегодня сняла. Попытаюсь выложить, у нас просто очень плохой интернет. Может целую ночь загружаться и не загрузиться видео, но я постараюсь. Вот, ну, с вами была Алина. Мои честные обзоры на мои же покупочки. И просто моя жизнь. Все, я побежала домой. Съели просто. Все, пока-пока.